Ну что, 18 раз всех приветствую. Мы продолжаем проходить сталкера. Мы его начали, вам он зашел. И давно не было, да, вот только одна серия у нас по сталкеру, поэтому пройдем эту игру. Вот она почаще теперь. Собственно, мы с вами остались там, но я не понял, да, куда идти, что, да, как делать, где скрыться нужно и тому подобное. Поэтому всем пройдем побольше. Вот, посмотрим, что вообще, да, как это, что вообще, как эта игра вообще выглядит, да. Какой, в принципе, тут сюжет, да, посмотрим, вот. Поэтому, Саша, подобно надевать пледик, куда-нибудь прям пледик, только уж пончик пить, кофе или все, да, приятного просмотра. Саша, подобно надевать пледик, куда-нибудь прям пледик, еще раз, приятного просмотра, еще раз. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Извините, мы с вами здесь. Извините, мы с вами здесь, нужно найти укрытие, собственно, да. Нам с вами. Ну, давай-ка мы с тобой искать. Потому что я тогда вроде в прошлый раз не нашел его вообще. А, без разницы, да? Здесь укрытия никого не наблюдается. Но там стрелочка. Но какое-то укрытие есть. Хорош вообще. Надо туда добежать. Куда ли туда, ладно? Какая-то звездочка тут вообще есть. Что это вообще? Раз, давай за ними бежать будем. Слушай, что нам еще с тобой делать, кроме как за ними бежать, да? А, собственно, я просто, ну, давно как-то не то что, ну, пробовал играть в эту игру. Найти укрытие, хорошо. Давно пробовал как-то играть в эту игру, ничего не понял, просто удалил. Давно, да, это реально очень давно. Я видел, как в эту игру играли, да, там, знакомые, ничего, играли в эту игру. Вот, и... В принципе, это даже может мини-прохождение какие-то, значит, отрезки и сюжеты я не знаю. То есть... Мужик, ты оружие-то спрячь. Братан, мужик. Да, мужик, надо бежать. Вот, и, собственно, что-то я где-то видел, какие-то приколы, мемы, вот эти не мемы. Все это было. Все это было, все это я помню. Разговорки есть. О, нашли, слушай. Сталкеры, внимание. Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Здравствуй. Да. Свободного ветра. Хочу у тебя кое о чем спросить. Спрашивай. Нашли, кстати, прикинь, с первого раза нашел. Странно. Кто бы мог предложить? Ага, не можно найти. Что нового в зоне? Не встречал Шустрого. Он сейчас на Скадовске. Вот уж кто спец в своем деле, ничего не скажешь. Достать может... Не понял. Привет, да. Брат! Подожди, блядь. Серьезно, надо. Хочешь заработать? Что надо делать? Понимаешь, сейчас пришел хапар в запорожце. Чего заскучали, мужики? Ну, привет! Надеюсь, никто не пострадал. Музыка, не музыка. Я знаю, бахнул землетрясение, машина ушла под землю. Смотрел вроде, посмотрел вроде и достать ее можно. Как понимаешь, там мутантов этих, снорков, тьма. Не поверишь, контроллер не боюсь, а к сноркам отвращение. Ничего с собой поделать не могу. Если достанешь контейнер с кодовым замком, хабар подъявим по-честному. Туда незубный тайник, принести коллеги контейнер. Давай, ребят, спасибо, сталкер. Насчет твоего контейнера, ты его нашел? А. Молодец, вот уже хабар пошел. Не тот. Во, с ним. Спросить. Что он в зоне? Больше интересно. А. Хочу кое-чему спросить, спрашиваю. Мне можно найти артефакты. Возле соснодуба искать надо. Это та самая штука, которая между холмов над газировкой выросла. Ее тут все так называют. Какой-то умник определил, что кора на том дереве частью соснова. А что? Что кора на том дереве частью соснова. А частью
дубовая. Короче, половина сосновой поле. Что это за хуйня? Вообще, я не успел. Подожди. Все, музыкальная пауза. Какая? Привет, брат! Здорово. Одно дело. Тебе что-нибудь известно о ваших вертолетах? Видал один, не похоже было, что он, чтобы он падал. Но какие-то проблемы у них явно были. Мотало его так, знаешь, здорово, пока он не сел на это плато, которое на юге за тоном. Эх, хорошо бы глянуть, чего там вызвал ли кто, только хрен туда доберешься. С другой стороны, болтают, будто Ной, который на психобаже эту дорогу как раз знает. Чем сейчас занимаешься? Хочу заняться поиском фактов аномалии Коготь. О, возьмешь с собой? Конечно, в компании всегда веселее. Тогда пойдем. Ну, пойдем. Да, настроение хуже не бывает. Так, хорошо. Думаю, с кругом сплошно. Чё это? Ну что она? Убрал оружие. Ничем, расслабляйся потихоньку. Мне кое-куда... без проблем, куда тебе нужно отвезти? Выбирай. Вен за круг. Хорошо, это будет тебе в 450. Согласен, пойдем. 450? А, типа это мой телепорт? Да ебай, где было? Сказал бы, что месяц назад ни за что б не поверил. А как обратно-то? Жди. Не понял. Сопилка на маликоготь, скадовоск. Скадовоск, давай. Пойдем. Вообще все бабки потрачу. Тут, конечно, пожирнее будет. О! Вот она. Скадовоск, хорошо. Собственно, что тут делать? На хавчик, ага. Путь на плату, на дорогу Ноя. Говорят, что сталкер по кличке Ной знает путь на плату. Не пойдем узнать дорогу. Let's go. Так, ты Ной. Вот. Так, а как? О, команда. А как, собственно... Подожди. Хлеб. А, это ничего себе, смотри. Здравствуй, сталкер. Здорово. Лоцман, бывай. До свидания. Ну, удачи тебе. Значит... Ага. Так, подожди, а где он находится-то сам? О. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Борода, новичок здесь, ничего, обживешься, сам знаешь, зона, учитель жесткий. Я, борода, тутошний, бармен. Будут вопросы, подходи ко мне. Расскажи про здешнюю жизнь. Ну, это обширная тема, я лучше на твои вопросы отвечу, спрашивай. Чем здесь занимается сталкер? Дружище, а ты-то кто? Не сталкер разве? Хо-хо-хо, ладно. Всякое в этой жизни бывает. И провала в памяти тоже. В общем, за бортом скадовозка. Ребята исследуют местность, ищут артефакты, отстреливаются от тех людей и тварей. От тех людей. И тварь, что у нас тут? Что пытаются напасть. А на самом деле скадовозки в основном... Пьют, болтают, отдыхают, в общем, перед следующей вылазкой. Правда, иногда начинается веселье, это когда выброс сшибает. В этом случае мы все сидим тут тише воды, ниже травы. Понимаем тех, кто в разные времена до укрытия не успел добежать. Что привело сталкеров к центру зоны? Вот это совсем забавный вопрос. Ну как же, поэтому что там происходит? Одни желают найти клондайк артефактов... Другие ловят каждый день новый слух про оазис. Третьи ищут исполнитель желаний. Ну и не забывай еще про банальную жадность и любопытство. У каждого есть своя причина.
у тебя же ведь нашлась, у тебя же ведь нашлась какая-то. Короче, как-то здесь оказался. Пришел с глухарем, когда выжигатель отключился. Но тебя ведь не это интересует, так? Ладно, основной мой бизнес — артефакты. Всякой мелочи за пределами зоны уже выше крыши. Серьезно, заказчиков интересует штучный товар. Вот я решил организовать лагерь для сталкеров там, где еще можно найти что-нибудь ценное. А что хочет сталкер, когда он вернется с хабаром? Расслабиться, пообщаться. Все это тут на скотовозке и найдет. Хорошо. Что ты думаешь про бандитов? Да как сказать, как тебе сказать? Я, в принципе, ничего не имею ни против любого, кто забредает на скотовозку. Пока гость ведет себя по-человечески. В конце концов, полных ублюдков не так уж и много. А некоторые бандюки, так они же сами бывшие сталкеры. Они же сами бывшие сталкеры. Кто знает, вдруг такой в один прекрасный день решит бросить темные дела. Все мы люди, а в жизни всякое бывает. Ладно, забудь. Как скажешь. Есть работа для меня. Есть кое-что. Несколько сталкеров видели ночью свечение на земснаряде. Даже для здешних место странное. Сходил бы, проверил. Да, проверим. Тогда будь внимательным, предупреждаю, там с радиацией, ого. Так что не забудь с собой препарат, лишний точно не будет. Хорошо, бывай. Подожди, а где... Будет чего интересного, заходи. Хорошо. Наш Скадовск всегда. Ты кто? На месте. Ух. Так, не, подожди. Мне получается сюда вот идти, да? Бля, ебать, все видно, конечно. Или, может, давай, может, поярче сделаем? Подожди-ка. Здорово. Эй, ты правильно зашел. А подлатать пушку дело нужно. А если захватил с собой бутылочку другую, то я тебе любую модификацию устрою. Хоть парашют на дробовик пришью. Это не для нее, не найдется для меня какой-нибудь работы. Это пожалуйста, мне нужны инструменты, а время на поиск нет. Техника штука такая, постоянно внимание требует. Так если принесешь толковых железяк, покажу, что такое настоящая модернизация. Ну и понятно, копейку другую выручишь. Как? Ну, чтоб руки не дрожали. Хорошо. Подожди, а где, собственно... Ну что, есть что-то новое? Сыч. Давай, подожди. Давай, не задерживайся. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще слушаем. Никаких слухов. Будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Доктор сказал, Трайма. Уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Лук. Пригодятся. Подожди, а как... Подожди. Управление. Сменить тип патронов. Огонь приблизить. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Чё? Мужик, ты Сороку видел? Знаешь, такого нет. Так вот, если встретишь этого застранца, сможешь спокойно совести влепить ему пулю в лоб. Если узнаешь, где он обретается, и сообщишь мне, я в долгу не останусь. Чем-то Сорока насолил. Да подошел ко мне как-то и говорит, хабар, мол, свой не может из-за контролера забрать. А у меня в группе как раз не хватало одного человека. Наш следопыт... блядь, нихуя, блядь. Ушел логово кровососов выслеживать. Мы и порешили... Поможем Сороге с хабаром и возьмем его с собой на охоту. Четвертым. Всего-то делов у него было, что стоять на шухере возле логова и дать знать, когда появится химера. И что дальше? А дальше эта сволочь Сорока сбежал. И хабар прихватил. И хабар прихватить не забыл. И свой, и наш. Когда химера перед нами внезапно появилась, тот еще сюрприз там получился. Гармат или гармата. Вон просто не успел среагировать. Ну, а кто б успел? Во мне... Вот мне и пришлось не зверя убить, а группу защищать. В итоге я химеру хоть и подранил, или подранил, она все равно успела краба цепануть и сбежала. Неделя жестокой подготовки, а жесткой подготовки коту под хвост. Встречу Сороку, когда я сообщу, за мной не заржавеет. Я...
уж я ему перья-то повыдергиваю. Скажи себе. Я Гонта, капитан охотничьей группы. По заказу отстреливаем мутантов. Можем и живьем взять ученым там для экспериментов. Или бывает нужен кому-то четвероногий друг экзотической породы. Как говорил Зверобой, каждому зверю своя доля. Или пуля. Расскажи об охоте на мутантов. Да я не самый опытный охотник, хотя, в принципе, о стайных животных рассказать могу. Плоти и кабаны. Слепые псы, псевдособаки, снарки или снорки, тушканы. Тушканы. Могу и о кровососах. Так, ну ладно, забудь. Бывай. Так, слишком долго, мужик. Ну, либо спит. Ну, а что вы еще делаете? Краб? Что, блин? Да. Ну ладно. Так, хорошо, здесь лут был. Подожди, здесь никого нету. Может, здесь лут еще есть? Подожди, ше. О! Это что, блин? Птичка. Там есть как птичка. Бинты. Знаешь, что это, блин? Что? В общем, ребята, я пока ничего не понимаю в этой игре. Вот, может быть, адаптируюсь к этой игре, может. Опа. Может быть, адаптируюсь к этой игре, может быть, нет, может, пойму, в чем смысл, привыкну как-то или нет. Но в любом случае, ребята, кто шарит, напишите в комментариях, что да как вообще, куда идти и тому подобное, да, по самому сюжету. Что, так понимаю, здесь есть доп. Задания, в общем, да. Нам нужен Ноэл какой-то. Какой-то Ноэл. Вот. Буду очень признателен вам. Так, может, он здесь? Ноэл, ты где? Такого здесь нет. Нихуя. Его здесь нет, значит, он наверху. Хорошо. Где он? Где Ноэл? Пока. Ну, мне там какой-то мужик этот сталкер, чи не сталкер, сказал, к Ноэлу иди. Какой-то Ноэл. Ну где он? Ну где его найти? Я вот. Правда пока что, ну, не знаю. К сожалению. Так, ладно. Давай сюда спустимся. Сюда, собственно, в любом случае. Нам с тобой походить нужно, да, здесь. О, ты Ноэл. Шустрый. Что? Приветствую, я Шустер. Обычно ко мне обращаются за уникальным оружием. Редкие модели, прототипы, именные пушки. Ну и элитное снаряжение там. Последние разработки защитных и боевых костюмов. Каждая вещь проверяется мною лично. Так что качество гарантировано. Отвечу на правый вопрос. Конечно. Как долго ждать заказ? Все зависит от сложности заказа. Обычно справляюсь за сутки. Бывает и быстрее. Расскажи о себе. Да ничего интересного, всякое бывало. Как и со всеми тут. И в аномалии попадал, и в плену у бандитов был. Я же в зону еще пацаном пришел. Нихуя себе жестко. Вначале по мелочи бегал. Антирады, патроны бронебойные. Потом с Сидоровичем работал. О, это я знаю, кто это знает. Долг отдавал. Но он мне разок шкуру спас. Пока для него каштаны из огня таскал, завел пару своих полезных знакомств, ну и при первой по возможности взялся за эксклюзивные заказы. Я же ведь из любой ситуации выкручивался, и чую, однажды удача сбойнет, а дурное желание загибаться по пустякам уже давно выветрилось. Спасибо, я все понял. Хочу делать заказ. Без проблем, что нужно. Бля, нихуя. Экзоскелет, блядь, что? Серьезный выбор. Думаю, я мог бы раздобыть его боевую манифест, но это обойдется в 60 тысяч. Недешево, но это снаряжение стоит таких денег. Учти, 12 тысяч из них будут мне нужны прямо сейчас. Знаешь, я передумал. Так, подожди, давай посмотрим. Пистолет. Легко. За 3500. Из них 700 нужны мне как задаток. Знаешь, я передумал.
А снайперки сколько? Могу достать 20 тысяч. О, блядь. Штурмовая. Крупнокалиберный скорострельный. Обычная цена 20 тысяч, из них 4 задаток. Ну как? Так, хорошо, здесь мы можем оружие там покупать, окей. Ты что-то играешь. Ну, привет. Здорово, здорово. Только что разговаривали, ты что? Не помнишь, что ли? Так, ну это выйти. Зачем-то сюда. Блять, такой лабиринт ебаный, блять. Базарю. Одни лабиринты здесь. Я тебе говорю. Что это вообще у нас происходит? Блять, зачем-то вот сюда выйти. Здесь никого нет, видишь? О, идет. Мужик, стой. Как звать? Эдик Барон. А ты меня зачем двигаешь-то, Слышь, блядь. Зачем мне двигаешь? Слушай, все вопросы к главному. А где этот главный-то находится? Вот это мне очень интересно. Можешь мне сказать хотя бы? Хорошо, здесь этот чел. Так, здесь войти не могу. Здесь выход. Собственно, и здесь, видимо, тоже, да. Получается, нам не сюда, да? Да, получается, нам с тобой не сюда, значит, где-то внизу. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Может, это не он. Может, ты, Ноэл. Сыч, ну, нужны товары, информация, или может этого... Или может ты хочешь продать информацию мне? И для меня работа. Нужно быть информацией в лагере наемников. Не так сложно, как кажется. Расскажи про лагерь наемников. На станции переработки отходов объявились наемники. Мне очень интересно, что же они задумали. Проверись к ним в лагере, найди любую информацию об их планах. КПК, документы, в общем, все, что сможешь найти, приносишь мне. Уяснил? Тогда вперед. Если умеешь работать без шума, это тебе будет пара пустяков. Согласен. Ага, бывай. Так, хорошо. Ну, допустим, у нас с тобой... Торговец Сыч обещал хорошо заплатить за любой носитель. Фуат найден в лагерь наемник. На станции проработки кодов в любой среду план наемник. Хорошо. Так, это... Хорошо, давай. Так, хорошо, это мы с тобой поняли, это можно. О, а ты кто? Давай где-то в 5. Поспать можем. Интересная фича. Можем с тобой поспать. Да. Чё ты сел на стол, Ты в курсе, что так вообще-то неприлично сидеть? Да. Вот такой себе. Так, хорошо, здесь больше ничего нет. Пошли вниз. Здесь больше по факту ничего такого нет. Пошли вниз. Где-то он, короче... Вот, что ли. Где? Ой, там. Мы видели с тобой монстров, да, как минимум? Так, где-то здесь Ноэл должен быть. Кто? Гонта? Нет. Это... Глухарь. Ну, забираем. Глухарь. Ярик. Привет, брат! А вот такое вам как? Коряга. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Давай, давай. Если тебе перетереть, что надо, вон пахан. Где? Опа! Нарисовался. Запоминай, я султан, все, что здесь происходит, я либо контролирую, либо скоро буду контролировать. Хочешь хорошо жить, работай на меня, не хочешь, будешь жить плохо. Вот так вот. Расскажи о вашей жизни. Тяжелая она жизнь, ты конкретнее спрашивай. Что вы здесь делаете? Я за сталкерами присматриваю. Охуенно. Ты сам глянь, среди вас половина, ну, чистые дети, в зону полезли либо с мечтами, либо с геройством, либо с обиды на жизнь. На что таким будет? Только старуха с косой. Вот мы и их и отлавливаем. Сколько? Чего, блядь? Бывало, поймаем на свалке, снимем снарягу и завернем назад на кордон. Поразмысли такой птенец чуток, глядишь, и вернется на большую землю и будет жить долго и счастливо. А если все-таки решить сюда, так мы ему крышу организуем за процент. Я тебе положа руку на сердце, говорю,
А, скажу. Туда, где мы на территории, территорию держим, ни военные, ни наемники, ни даже мутанты не суются. Что привело к центру зоны? Многие за сталкерами пошли, а как иначе? Порядок надо, чтобы везде был, а то прям как первобытные люди. То, чего урвал, тот и его. А, то, чего урвал, то и его. Аналоги, кто платить будет за спокойствие, за безопасность. Бывает, ваш брат в аномалии копается, а мы рядом мутантов от него отгоняем. Закончит, мы с него возьмем процент за порядок. Это хорошо. Как ты стал паханом? С чего бы рассказ начать? Да, по всем складам, прям со школы. У меня-то там товарищ был, как говорится, самый-самый. Вместе везде шлялись, вместе пить, курить и начинали. Осуждаем. Ты в курсе, что это плохо? Только ему все ощущение острых не хватало. Взялся помалу. Ой, бля, осуждаем. Я им говорил, Толян, спрыгивай. Только не слушал меня. Толкнули ему отраву, и все, не стало пацана. И как и какого. А я потом. Я потом тех барыг нашел и пописал чуток. Или пописал чуток. Меня взяли, ну и понеслось. Зона со своими раскладами. Раз как-то за точку... Ой, бля, осуждаем. Откинулся бизнес кое-какой. Построил, опять взяли. Откинулся, плюнул и сюда в зону эту ушел. Покрутился полгода, в авторитет попал. Теперь здесь над пацанами стою. Смотрю, чтобы все везде по понятиям. Осуждаем, осуждаем. Что думаешь про сталкеров? Я за всех так и не скажешь. Кто залетные олени... Кто как, гимназистки, а кто серьезные мужики. По обе стороны кордона с жизнью тертые. Одних доим, других крышуем, а с третьими за три квартала расходимся, чтобы не стыкнуться по-дурному. Одно жаль, издали не всегда поймешь, кто. Не поймешь, какой кто. Ладно, забудь. Какую работу ты мне можешь предложить? Выгодную. Тебе чего кликнули? Ты человек новый, пока контактами не оброс, хотя бы мог бы подняться быстро. Мог. Хорошо. Ну ладно. Интересует, что мне есть сказать по этому поводу. Тогда смотри сюда. Есть маза пару сталкеров бороды на валюту поднять. Главное, что делать тихо, шорху под него не намечается. Короче, придешь, познаем ночью к Шевченко. Ну и пока Гленда будет тупить, возьмешь с них положенное. Нам выгодно тебе персонально авторитет. Уловил? Хорошо. Вон кастет стоит. Ты перетрись с ним за детали. Бывай. Кастет. Ты бы кастет. А, братан. Так до чего вы с султаном добазарились? Султан говорит, вы сталкеров хотите тряхнуть. Я с вами. Отлично. Подвали к Шевченко за полночь. Мы тебя будем ждать. Так только до утра не сиди. Ну, с ним, конечно, останемся, он меня к Шевченко сейчас отведет. Так, хорошо. Что здесь? Скажите, что? Не понял. Говорит. Ну что, погнали, сейчас мы их вырвем. Ты, главное, не ссы. Поехали. Сейчас мы их! Тихо, пацаны! Не ссы! Мы же это... Мы же бригада, ёпт! Бригада. Ну, слушай, вы как спецназ еще? Спецназ. Нормально. Ну, конечно, анимация желает лучшего, ну ладно. Ну что, давай ты. Ну, мальчик. Антомодин. Понеслась! Херач их, пацаны! Так тебе, бригада, получи! Я не видно, если что. Подожди. А как фонарик включить? Тут же есть фонарик? Я думаю, есть. Надеюсь, по крайней мере, это. Ствольник. Режим срывой, рюкзак. Фонарик. Д. О! Б. Смотри. О.
Опа, а вот это очень интересно. Взять все. Опа, взять. Забираем. Так, ладно, let's go. Нам туда наверх. С тобой. Собственно. Пацаны, вы где? Вы решили погреться? Прикрой, мужик! Держи от меня! Где, ёпта? О, ёпта, я упал. Мужики, стойте. Где они начинаются? Я упал. Чё, он нормально уже пошёл? Эй, нашего ранило! Получи! Тебе крышка! Нашего убили! Эй, кто-нибудь! Прикрывай, я... Да ёлк-бот, скорее! Бать, что там? Мальчик, я тебя даже не вижу, не хочешь? Игра окончена. Военно. Мы же... Тихо, пацаны! Мы же бригада, ёпт! Да. Все разбежались, блядь, хуй знает куда, и все. Все. Не знаю для чего. Может, это можно будет как-то продать. Да, то что-то можно будет, наверное, продать. Держи! Кладем все жар! Да ебать! Ладно. Мы же... Тихо, это... пацаны! Мы же бригада, ёпт! Я просто пока не совсем понимаю, что надо делать, и все. Ты посмотреть? Ну, окей. Мы вот так еще делаем точно. Наверх. Кот наверх пошел.
полный. А ну давай! На тебе, тебе крышка! Получи-ка. Мальчик, ты куда смотришь-то вообще? Че с ним вообще? Он смотрит. Ты труп, мужик! О, я собираю здесь. Чили. На, ты в натуре шикарно их уделал! Ко мне! Ко мне! Чем эти побуты, блядь? Как тебе помочь-то, блядь, мужик? Мужик, спасибо тебе огромное. Держи аптечку. Ну, пожалуйста. С кем не базарит-то? Да нет, повысь грабителем. Блин, ага. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. А где они? Куда мне идти? Чё, понять, куда идти-то вообще? Мужики, куда идти, блядь? Скажете? А, плыть, ага. Я принес успешно. Надо переловить подельниками. Хоть, а где они все? Шо, ладно, давай их найдем. Вот знаете, где они просто? Вот. В этом весь прикол. Я не знаю, где они просто, понимаешь? Ну, по идее, они должны быть наверху. О. Где они? Есть что-то наверху где-то? Нет никаких подельников. Блять, с кем? Где мне переговорить? Внизу, короче. Я просто не понимаю слегка, куда, что, с кем, блядь. Ну, пришли мы сюда. Кого, блядь, вообще? Центр зоны, центр зоны. Артефактов кот наплакал, а нечисти всякой мне и на прежнем месте вот так вот хватало. Ну, сюда, что ли, снизу? Да. О! Ну то их мы их вольтанули. Во, держи могу. Еще, если еще какие дела появятся, мы это маякнем. Хорошо, до встречи. Скат не следует место. Следует место, где оно, где оно. Кат один. Это место. А. Не самому что ли туда идти? Ну ладно. Сейчас он туда идти самому. Пошли, сгоняем. С тобой. Блин, подожди, а телепортироваться разве нельзя никак?
Рвется, что ли? Жесткая. Ой-о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 й
С оружием в поле шариться будешь. Здесь лагерь. Течешь разницу? Да, секу. Все, спрятал. Ну, привет, слушаю тебя. Так, чё? И кто же ты к нам А, ну, короче, хорошо. Нам нужно исследовать место падения. Пересечёмся. Ну, здорово. Так, ты бармен, да? Да, хорошо, ты бармен. Ты найдешь мне... артефакты? Заглядывай, посмотрим. Подожди. Мне интересно чуть другое. Я неудачник. Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров. Ну, чтоб руки не дрожали. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы... Да чё ты топчешь? В гамачке... Торговля. Во! Продать. На вот это. Да. Это хочу продать. Это. Что? Прям для дробовика. Вот такое, знает кто? Замыкал сталкер на дереве хабар. Ну и как все-то, блядь. Решил проверить. Как там, что, все ли в целости? Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. Да. Сталкер подкрадывается, и цап это того, что на дереве сидит крепко между ног. Инспектор Отлик, слышишь, модель первая, ага. Кто такой? Из какой группировки? Пистолет в ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. Тот опять молчит. Но рассердился сталкер. Смотри, сколько всего. Так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотину, я сейчас вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой. О, я не рубашей смотри. Хорошо. Попробуем. Ну, наверное, так. До встречи. Иди, нечего тебе тут делать. А ты? Что там? Ранение? Нужна помощь? А, мне нужно выяснить, сколько помощь. Сейчас посмотрим. С таким-то... с таким-то здоровьем? Да мне тогда, видимо, нужна немедленно путевка. Ага. Скажи себе. Я медик-хирург по специальности. Хочешь подтверждение? Если надо, могу, допустим, вырезать гипоталамус. Вот, только никто здесь пока не общался с подобной просьбой. Здесь я больше просто полевой врач, каких много. И свое дело я знаю. Хорошо, понял тебя. Ты, короче... Да-да, прощай. Приветствую, сталкер. Решил сделать заказ? А нечисти всякое. Ты кто? На прежнем месте вот так вот хватало. Приветствую. Спрашивай. Ладно, забудь. Знаем. Позбивались тут в стае. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зона. Ну, привет, брат. Ну, короче, собственно, ладно, пошли с тобой. Поспим, собственно, да? Давай.
случае тут какая? Запорожец. Почему? Да все просто. Надежная, как танк, и багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Питька какая-то. Хуяна шутка. Мы сохраняемся с тобой. Сейчас поспим, сохранимся, и я думаю, на этом закончим серию, потому что они так длинные получились. Довольно-таки. По факту мы прошли только одну миссию, больше с ними разговаривали, да? Вот, ну, правда, ребят, я пока что, вот, честно сказать, пока что, блин, ну, так себе понимаю, что здесь делать еще, в принципе. Ну, напиши в комментариях, чтобы мне было понятнее, только без спойлеров. В принципе, все, ребят, такая серия баба, всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не сложно, не приятно, спасибо заранее, кто делает, это огромная поддержка мне, ваша. Спасибо огромное. И плюс это продвижение канала. Вы продвигаете канал, контент становится все больше и разнообразнее. Спасибо еще раз за просмотр, ребят. Увидимся, все ссылочки в описании, телеграм-канал в ваших экранах, а там инсайд бывает и уведомления на видео. Чтобы вам было удобнее узнавать, когда вышло видео, и вы будете смотреть его одним из первых, либо первыми. Можешь писаться тоже, спасибо, кто это делает. В принципе, ребят, спасибо за просмотр, еще раз. Увидимся в следующих сериях, давайте.